We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, dear colleagues. Добрый день, уважаемые коллеги. Добро пожаловать на главную сессию, посвященную новому регулированию. Спасибо огромное всем нашим слушателям в этом зале в Катовице, тем, кто подключился к нам через интернет. Во-первых, хочу отдать слово нашему модератору, господину Йован Курбалия. Здравствуйте. Приветствую всех. Как вы видите, я нахожусь здесь, в своем офисе, в вечном городе Ватикане, или в Риме. И должен сказать, что сегодня утром я участвовал в сессии, посвященной межконфессиональному диалогу в контексте новых цифровых технологий. Это была интересная дискуссия. И появился вопрос, а именно, каким образом к цифризации и искусственному интеллекту относятся разные конфессиональные группы во всем мире. Вот это была главная тема этой дискуссии. И я очень рад, что буду сегодня разговаривать на такую же тему с уважаемыми участниками нашей дискуссии, экспертами. Во время этой дискуссии, о которой я уже рассказал, появился такой вопрос. С кем связываться в случае возникновения проблем, что делать, вот, если появятся проблемы с кибербезопасностью, доступом в интернет, защитой частной жизни. Я думаю, что это очень серьезная дилемма для нас, как для сообщества, участвующего в саммитах IGF. Вот что делать? Это очень основной вопрос. И он будет появляться все чаще и чаще, потому что мы зависим во многом и все более зависим от интернета. К счастью, я имею честь, или как модератор, я имею честь участвовать в дискуссии с прекрасными докладчиками, которых я от всего сердца приветствую. Огромное спасибо за то, что вы примкнули к нам. Я очень рад, что мы можем приветствовать замечательных гостей, которые представляют знаменитые организации. Они, несомненно, внесут вклад в наши дебаты, а мы будем говорить о будущем регулировании интернета. Так что, если это вас интересует, вы оказались в правильном месте в правильное время. Дамы и господа, кто будет с нами разговаривать? Во-первых, Маргарет Таджин, вице-председатель Европейской комиссии. Извините, пожалуйста, она произошла... Произошло изменение буквально в последний момент. У нас будет Мия Петра Кумпула-Натри. Она представляет Европейский парламент, то есть это депутат. Извините, я посмотрел на старую версию нашей программы, но тем не менее, давайте помнить о том, что все меняется очень быстро, интернет меняется из минуты в минуту, и даже здесь, в Ватикане, очень много меняется, хотя церковь и город являются вечными, и уже многие десятилетия обсуждают эти вопросы, так что извините. С нами также Виндсерф, человек, которого мы все знаем, это один из отцов интернета, человек, который вдохновил мир на то, чтобы он вышел в цифровую эпоху. Я очень рад приветствовать Виндсерфа.
и благодарю его за то, что он присоединился к нам из Вашингтона. Среди замечательных экспертов у нас также Антон Горелкин, который является депутатом Российской Государственной Думы, и он будет говорить о том, что происходит в парламенте Российской Федерации в контексте регулирования и законодательства в области широкопонимаемого интернета. Здравствуйте, господин депутат. С нами также господин Пик из ICANN. Я знаю, что здесь также были определенные изменения в отношении представителей отдельных организаций. Так что я смотрю на мою повестку дня и хочу сказать, что это также и природа интернета и природа виртуальных встреч. Мы не знаем, кто к нам подключится и когда. Это изумительно. И я хочу просто добавить, что последняя версия нашей повестки дня была переслана модератору в чате. Сейчас представитель университета в Сан-Андреас из Аргентины. Хорошо, я открою чат. Буду стараться произносить все фамилии правильно. Я сейчас хочу еще раз принести свои извинения перед депутатом Европейского парламента. С нами также Каролина Агуэра, то есть исполнительный директор Digital Rights Foundation, организации из Индии. Дамы и господа, прежде чем передать слово нашим замечательным экспертам, хочу сказать, что Каролина Агуэра, кроме того, что она работает в университете Сан-Андреас, она является директором центра Сентес по вопросам технологии и общества. Хорошо. Я хочу сказать, что эта сессия является частью большого процесса. Когда мы говорим о том, как укреплять интернет, как укреплять цифровой саммит, следует помнить о том, чтобы мы могли встречаться и обмениваться опытом. И я лично очень сожалею о том, что я не смог приехать лично в Катовице. Но самое главное – это возможность приготовить процесс, построить его архитектуру и постепенно приготовиться к тому, что наш интернет и наши знания об этой теме будут со временем углубляться. И в этом контексте мы будем говорить о регулировании и о том, как разные принципы и механизмы влияют на частный сектор, государственный сектор, местное сообщество, как с этим справляются парламенты, международные организации и в конечном итоге также учреждения по стандартизации. Так что давайте спросим все, как с этими вызовами справляются разные заинтересованные лица. Такой подход мне кажется лучшим. Я хотел бы также упомянуть то, о чем я говорил раньше, то есть интерес к интернет-регулированию в среди разных конфессиональных общин. Конечно, у нас есть твердое законодательство, подзаконные акты, законы и так далее. Я убежден, что представители парламентов, присутствующие здесь, будут об этом говорить. И есть, конечно, передовая практика, которую разрабатывают бизнес-сфера, корпорации, и это все помогает нам управлять интернетом, осуществлять надзор за интернетом и за интернет-контентом. Ну, вот это законодательство, а жизнь иногда идет своим путем и появляются разного рода трудности и элементы, которые послабее. И мы должны также об этом говорить в контексте очень разнообразной картины, которая перед нами показывается, когда мы говорим о цифровом контенте. И я думаю, что это, может быть, это основная рама нашей сегодняшней дискуссии.
А теперь постараемся сосредоточиться на трех важнейших пространствах наших рассуждений. Подумаем о том, что происходит в сфере интернета и управления цифровым контентом в трех сферах, то есть данные, контент и искусственный интеллект. Постараемся о всех трех этих аспектах поговорить, поговорить о лучших практиках, которыми мы можем поделиться, и о вопросах, которые уже затрагиваются в работах. Теперь я обращаюсь к госпоже Миапетре Кумпулинатри из Европейского парламента, чтобы она сказала нам о своем опыте и о том, как в Европе заботятся о защите данных, о том, как можно подойти к регламентам, которые вводились в Европе, а также и об опыте мелких стран. Передаю вам слово. Благодарю за приглашение меня на сегодняшний форум. Хорошо ли меня слышно? Да, все слышно замечательно. Добрый день всем. Постараюсь поздороваться на разных языках и передать вам сердечные приветы из Европейского парламента. Мне сообщили об этой интересной встрече относительно недавно, но я с радостью приняла приглашение на сегодняшние дебаты. Я хотела уехать в Гвадалахару и Париж на предыдущие саммиты, но сейчас, по крайней мере, удалось мне с вами соединиться по интернету. Знаю, что кроме меня тут есть замечательная группа участников дискуссии, которых я с удовольствием послушаю, но постараюсь передать несколько слов взглядов Европейского парламента. Появляется вековечный вопрос, регулировать или нет. Конечно, с одной стороны, без регламентации мы не сможем добиться никакого прогресса. И тут появляются у нас данные, а также их интероперабельность и возможное использование. Что это значит? Как нам стандартизировать употребление данных? Если бы мы старались стандартизировать все данные, их управление и администрацию свести к одному только движению юридического пера, то это стало бы абсурдом. Мы знаем, что услуги, доступные онлайн, постоянно изменяются, появляются новые инновационные модели и форматы данных, и здесь необходимо думать об интероперабельности и об обеспечении конкурентоспособности рыночных агентов. Итак, кажется, что в контексте интероперабельности данных необходимым является создать настолько широкие правовые рамки, которые позволят нам в Европе правильно управлять данными. Этим занимаемся в Европейском парламенте, и буквально на прошлой неделе нам удалось добиться политического соглашения. Я была частью этой команды, которая вела переговоры от имени Европейского парламента. Очень важным является то, каким образом мы будем устанавливать стандарты интероперабельности. И тут в новом регламенте, в новых правовых рамках DGA, так называемый The Governance Act, который будет уже внедряться, мы создаем так называемый Совет по инновационности данных. И в этом совете будут участвовать представители различных групп заинтересованных лиц. То есть представители науки, отрасли, гражданского общества, но и учреждения по стандартизации данных. Ибо речь идет о том, чтобы внутри этого совета были выработаны соответствующие указания, которые будут отражать лучшие практики и стандарты
внедрение которых нам хочется на совместном рынке. Имею в виду то, чтобы европейский рынок представлял собой достоверный рынок, на котором можно обмениваться данными. Конечно, ничего не происходит без соответствующих европейских фондов, поэтому для этого будет предоставляться финансирование. И второй вопрос, вторая сфера, в которой мы действуем, это безопасность данных, их защита. Мы хотим, чтобы данные защищались достоверно, но и прозрачно. Особенно в контексте защиты персональных данных. Здесь можем сказать, что жемчужина наша – это GDPR, то есть регламент о защите персональных данных. Принятый в Европейском Союзе. Но мы хотим также, чтобы этого типа положения соблюдались и во всем мире, начиная с США и заканчивая Китаем. И все это в контексте защиты частных лиц, использующих онлайн-услуги. Мы знаем, что сейчас мы еще далеко от идеала, но мы осознаем, что могут иметь место серьезные нарушения, если бы интернет был вполне открытым и доступным. Так, в масштабе всего мира еще не происходит, поэтому Европейский Союз пытается уравновешивать права и обязанности, связанные с управлением интернетом и доступностью данных, а также их оценкой и защитой. Я не буду углубляться в детали, потому что меня попросили только ввести в дискуссию. Как вы, наверное, разобрались, я из Финляндии, а моя страна довольно активно действует в плане защиты данных и возможности обмена данными также на глобальном рынке. Поэтому в Финляндии мы сильно следим за возможностью отправки данных между серверами, между компаниями. И очень важным является то, чтобы компании, активно действующие бизнесы, смогли достоверно и обмениваться данными, и чтобы интернет был безопасным, и чтобы все субъекты, вовлеченные в эту цепочку обмена данными, могли вводить соответствующее решение по обеспечению кибербезопасности. И именно это я имею в виду, говоря об интероперабельности цифровой безопасности. Интернет, даже в плане интернета вещей, должен обеспечивать интероперабельность данных, потому что только тогда мы сможем обеспечить его безопасность. Поэтому сейчас только крупнейшие интернет-платформы могут обеспечить интероперабельность кибербезопасности, потому что это очень дорогостоящие решения, но мы считаем, что очень важным является то, чтобы интероперабельность в сфере предохранения была обеспечена для всех элементов или на всех уровнях поставки данных посредством интернета. Отсюда и наши работы по новому закону об управлении данными, который, как я уже говорил, находится на стадии переговоров в Европейском парламенте и представляет собой очень серьезный шаг вперед в плане управления данными и выработки соответствующих стандартов деления информации об администрировании интернетом. Будем помнить, что никакой субъект самостоятельно, никакое правительство, никакая администрация не сможет справиться с этим вызовом самостоятельно. Поэтому нам кажется, что главное в том, чтобы Европейский Союз продолжал свои работы по созданию соответствующих стандартов по управлению интернетом, помня в то же время о том, что ведь речь идет о безопасности наших граждан и цифровых услуг. Спасибо. Вы сами сказали, что вы представляете Финляндию. А мы все знаем, что Финляндия – это один из лидеров по управлению данными и по надлежащему уравновешиванию доступности данных, доступности цифровых услуг, а с другой стороны, защиты данных, защиты персональных данных и защиты отдельных
групп заинтересованных лиц. Был поставлен сегодня уже один вопрос, и есть мои замечания, но я приглашаю и вас высказываться, потому что наши мысли могут со временем меняться. Почему нам не переходить на другие аккаунты в соцсетях, так как охотно мы переходим от одного оператора мобильной связи к другому? Почему мы так быстро не переходим от одного из одной соцсети в другую? Я очень внимательно послушал ваш ответ, особенно по части, касающейся интероперабельности. А теперь я предоставляю слово Винту, который, как мы знаем, является отцом интернета, и это он сделал то, что интернет, благодаря нему интернет является тем, чем он есть сегодня. Вы не боитесь того, к чему мы дошли, особенно в плане прохождения, передачи данных? И что вы думаете об этих лучших практиках, о которых мы много слышим здесь в контексте управления данными и администрации интернетом? Благодарю вас, господин модератор. Я подготовил себе высказывание, но я сначала, может быть, хотел бы ответить на замечание моей предшественницы, которая высказывала очень связано, особенно в контексте того, если учесть то, что она только что узнала, что будет выступать в нашей дискуссии. Итак, если вы правы, обращая такое пристальное внимание на интероперабельность, которая является ключевой в плане всего, всех потоков в интернете. И поэтому требование интероперабельности в контексте эффективности обмена данными необходимо всегда помнить. По-моему, у нас должны быть своеобразные пожарные по кибербезопасности, службы, готовые тушить пожары, связанные с рисками, которые могут появиться именно в контексте цифровой безопасности. Такой пожарной службы по кибербезопасности у нас нет. Но кажется, что пришло такое время, когда пришлось бы к этому, возможно, лучше подготовиться. За последние 40 лет это именно интернет предоставил нам возможность очень быстро и сильно развиваться в плане компьютерных технологий, обмена информациями, электронной торговли, но также он стал той площадкой, на которой мы можем свободно обмениваться мнениями, тем самым продвигая свободу слова. Таким образом, пришла пора показать, что кроме этих огромных свобод и возможностей, интернет — это также то место или площадка, где мы умеем защищать наши общие ценности и беречь правила электронной торговли. Мы хотим сделать все, чтобы интернет не был площадкой единственно крупных корпораций, но позволял и мелким субъектам развиваться и эффективно соперничать. Кроме таких положений, как, например, новый закон о данных, необходимыми кажутся также и дополнительные инициативы, такие как по защите новых технологий, в пользу отслеживания безопасности данных, в том числе персональных. И кажется, что многие субъекты уже осознают то, что наша приватность — это не благо высшего уровня, а наоборот, мы должны сделать все, чтобы защита персональных данных было ежедневной. И этому именно служат инициативы, такие как GDPR или установление таких стандартов, как, например, e-privacy. И это именно то пространство, на котором мы должны сосредоточиться. И на Google этим мы занимаемся также в контексте так называемой политики cookies, управление печеньем. Это то пространство, где мы укрепляем технологию в сотрудничестве с регуляторами. Как кажется, мы в состоянии использовать новшества, которые предлагаются криптографическими методами, чтобы усиливать механизмы предохранения так, чтобы пользователи интернета могли безопасно пользоваться предлагаемыми нами услугами. А давайте помнить о том, что ежедневно 20 миллионов пользователей
используют услуги Google, что подтверждает, насколько важным является безопасность данных и обеспечение, чтобы данные наших пользователей были безопасными. У нас куча служб, площадок, таких как YouTube, где мы знаем, одним щелчком мы в состоянии получить очень много сведений о данном пользователе. Мы можем увидеть, что он просматривал за последние полугодия. Поэтому так важным является предохранение, надлежащее предохранение этого типа служб. На Google у нас есть напоминание о необходимости изменить пароль, информация о том, насколько сильным является пароль. Но все это ни к чему не приведет, если у наших пользователей не будет сознания о рисках, связанных с пользованием интернетом. Поэтому мы глубоко верим, что необходимостью является образование нашего общества, и на Google мы многое делаем именно на этом поприще. Наши субъекты, которые всегда оказывали или способствовали свободе слова и старались действовать в пользу общества, поддерживают образовательные инициативы. И тут имеются в виду как действия на территории США, где вводятся новые регламенты, и в частности я имею в виду закон о интернет-общении, в частности, статья 230, но имею в виду также и другие решения, например, в Бразилии. Это все, что я бы хотел сказать о предохранениях, и предоставляю слово господину модератору. Вы говорили о DNA, то есть о том, что в системе нашего кровообращения безопасность данных практически уже вселена. Но вы обращали внимание на то, каким важным является отбалансирование безопасности и доступности интернета. И появляются многие метафоры. Это в нашем ДНК, это наша природа, это у нас в крови. Об этом говорилось также и в контексте деятельности Европейского Союза, и также Нати говорила о действиях Европейского парламента, но я еще раз обращаю в моих итогах вопрос интероперабельности. И, как мне кажется, появляется такое сообщение. Кажется, что субъекты хозяйствования во всем мире стараются получить убеждение в том, как будут развиваться законоположения. Все в бизнесе говорят о том, что главное – это предвидимость того, какого типа урегулирования выйдет в свет. Допустим, что урегулирование у нас уже есть. Есть соответствующая динамика по введению интероперабельности, стандартизации. Мы уже говорили о безопасных возможностях, но также и о налоговых раях или о раях по безопасности интернета. И существует интересная инициатива в Швейцарии, которая говорит о самоопределении, о цифровом самоопределении. Я думаю, это интересные темы для обсуждения. Давайте поговорим о том, как мы защищаем контент, содержимое. Мы говорили о данных, а теперь давайте обсудим контент. И этот вопрос я бы хотел сразу передать господину Антону Горелкину, который парламентарий из России, и я предоставлю слово Нигат Дат, которая является управляющим директором фонда Digital Rights. Первый вопрос господину Горелкину. По вашему опыту, как парламентария Российской Федерации, вы могли бы сказать несколько слов об управлении цифровым контентом? Say that Mr. Gorelkin is currently presenting his bill in the Russian parliament. Я хочу сказать, что господин Горелкин сейчас представляет законопроект в Государственной Думе, и он присоединится к нам чуть-чуть попозже, так что я использую тот факт, что я тоже представляю Российскую Федерацию, так что нам придется подождать. Да, конечно, мы должны, конечно, подождать, чтобы
могли выслушать его мнение. И, конечно, мы понимаем, что наши докладчики, эксперты, конечно, они работают, у них есть свои обязанности. И так что мы подождем сейчас следующий выступающий. Что вы можете нам сказать на тему гражданского общества в Индии? Я на самом деле не из Индии, я из Пакистана, но я тем не менее постараюсь представить нашу точку зрения. Даже это худшая ошибка, которую мы могли совершить во время нашего саммита. Да, ничего страшного, все нормально. Иван, я хочу поблагодарить вас и фонду DIPO Foundation, потому что я могу сказать, что во время учебы в университете, специализировалась именно на вопросах цифровых прав, я занималась управлением интернетом, это было в 2009 году. Я получила право квалификации, связанную с управлением интернетом. Это было во время моей учебы в Пакистане. Я тогда отслеживала то, чем занимается ваша организация. Что касается интернет-регулирования, мы должны, во-первых, посмотреть на то, что происходит в развивающихся странах, так называемых странах глобального юга. А именно, если мы смотрим на интернет-регулирование, они иногда выполняют со путем политики и принципов защиты данных, передовой практики, технические компании и так далее. Много чего происходит в Индии, в Пакистане, в Южной Азии, в регионе Тихого океана и так далее. Даже можно сказать, что имеют место определенные гонки в этой области. Но, может быть, мы не должны фокусировать внимание слишком сильно на регулировании, потому что за последние годы мы наблюдаем такой тренд, что регулирование как бы воспринимается как слишком строгое или слишком жесткое, и мы наблюдаем тренд в сторону саморегулирования в интернете. У разных стран разные подходы, хотя страны, конечно, учатся друг от друга. Например, тут хорошим примером является регламент ЕС по защите персональных данных. А вот эти передовые примеры, в частности, этот регламент копируется в разных странах. И это становится все более важным, если мы посмотрим на язык вражды, насилие над женщинами в интернете и так далее. Мы видим, что эти негативные явления усиливаются практически каждый день. Но некоторые законы и положения, они просто неправильно написаны, они не разрешают те проблемы, с которыми борются разные страны. Так что регулирование, которое должно ограничивать распространение киберпреступности и так далее, они должны должным образом формироваться и учитывать перспективу и точку зрения разных заинтересованных лиц. Так что, что касается этого регулирования, оно должно концентрироваться на появляющихся трендах, но и откликиваться на потребности разных заинтересованных лиц в регионе. Есть у нас деление на страны юга и севера. В странах севера мы имеем дело с более жесткими правилами законодательства, в то время как на глобальном юге тут более мягкие решения. Я думаю, что мы должны об этом тоже задуматься, как это все гармонизировать, потому что тут есть разрыв между югом и севером. Это мы должны устранить. А в плане регулирования и саморегулирования, потому что в некоторых странах просто нет политической воли, чтобы
регулировать деятельность частных компаний, таких как технологические компании и так далее. То есть мы должны постараться разработать здесь какой-то баланс, выработать равновесие. Я очень рад, что вы отслеживаете нашу деятельность. Я думаю, что вы во время своей учебы также сдали прекрасно все экзамены. Спасибо большое за ваш голос, за вашу дискуссию. Вы упомянули перемены законодательства, и вы сказали, что госорганы и госадминистрация именно сосредотачивают внимание на этих положениях закона. Вы сказали также о том, как принимающие решения лица в разных регионах мира на это смотрят. Это очень важный голос. Мы должны подчеркивать необходимость достижения баланса. И это, конечно, часть тех тем, которые затрагивались во время нашей утренней сессии. Мы говорили о данных, мы говорили о контенте, и будем говорить о политике, которая сейчас разрабатывается в отношении того, как управлять контентом в интернете. Я, конечно, открываю микрофон для вас, так сказать, есть ли кто-либо в нашем зале в Катовице, кто хотел бы взять слово или задать вопрос. Но я обращаюсь также к членам нашей панельной дискуссии. Может быть, вы хотите взять слово и прокомментировать данные и контент. Да, спасибо большое за то, что я могу еще раз взять слово. Во-первых, мне кажется, что то, что сказала Никат, это очень важно, потому что иногда регулирование не выполняет свои цели. Это регулирование и положение законов являются вредными в конечном итоге, но с точки зрения бизнеса очень такая единая система законодательства очень важна, потому что в таких условиях все компании могут действовать на равных правах. Что касается регулирования контента, это очень сложный вопрос, в частности, в большом масштабе. И здесь я хочу подчеркнуть, что как мы, так и другие предприятия, мы склонны к тому, чтобы идти в сторону более автоматических методов идентификации и так далее, учения машин, аутентификация или идентификация – это те инструменты, которыми мы можем пользоваться с вами. Однако они далеко не совершенны, что касается попыток расширить их диапазон. Будем надеяться, что законодатели будут замечать эти тенденции и те трудности, связанные с управлением интернет-контентом. Это очень серьезная проблема. Я думаю, что это также процесс, и процесс, в рамках которого мы все должны учиться, как это все работает. Мы должны разговаривать о том, что удалось, чего не удалось добиться, чтобы мы все понимали, как подойти к контенту лучше и более таким единым образом. Вы говорили о том, что увеличивается масштаб определенных процессов. Это очень важный вопрос, и я хочу это подчеркнуть. Я думаю, что особо важным является то, что такая информация идет от представителя Google. А эта компания именно управляет огромнейшими объемами данных, и мы должны помнить, как вводить автоматические решения. Спасибо большое за ваш вклад в дискуссию. Винта, сейчас перейдем к следующему выступающему. Очень быстро мы будем говорить об искусственном интеллекте. И здесь у нас интересный вопрос от наших слушателей, который мы представили. Сейчас Джута Кроль. Хочу вас попросить, чтобы вы прокомментировали искусственный интеллект и права ребенка. И в этом плане вы будете говорить именно об этом вопросе. Спасибо большое, приветствую всех сердечно. Хочу сказать,
Йован, что я благодарю вас за возможность взять слово. Хочу сказать, что я не уверена, в каком характере я должна высказываться, как представитель ЮНЕСКО или в качестве просто человека, который комментирует вопрос искусственного интеллекта и прав ребенка. Хорошо. Ну, если мы хотели бы придать структуру нашей дискуссии, я остановлюсь на нашей теме. Что касается искусственного интеллекта, то я думаю, что у нас была такая проблема, мы должны говорить об искусственном интеллекте, мы об этом говорим. Мы говорим об этом в контексте контента и данных. С точки зрения пользователя, механизмы искусственного интеллекта, они используются крупнейшими компаниями, правительствами стран для отфильтрирования данных. Они мониторятся механизмами искусственного интеллекта. Я не хочу, чтобы это была какая-то дискуссия о ценностях или об определениях того, что такое данные, что такое контент. Я думаю, что нам нужен другой подход, более четкий подход. Возможно, мы должны задуматься о том, как эти вопросы регулируются, в частности, в Европейском Союзе или в других местах. Но если мы хотели бы вот эти два пласта соединить или совместить друг с другом, мы должны думать о том, чем отличаются данные от контента и каковы последствия этой разницы. Не буду говорить об этических принципах искусственного интеллекта, мы об этом говорили, но что меня интересует больше всего, это то, что в данном контексте очень важным является опыт, связанный с тем, что происходит в более широкой экосистеме, системе, связанной с регулированием. То есть во время встреч, таких как вот это, дискуссии об интернете очень часто затрагивают вопрос об искусственного интеллекта. Мы очень часто говорим о том, каким образом, используя соответствующие механизмы управления, мы можем лучше пользоваться такими технологиями, как искусственный интеллект. Давайте помнить о том, что это очень сложные технологии, и они являются частью сложного интернет-пространства. Я наблюдаю эти дискуссии в рамках IGF, в которых делается различие между искусственным интеллектом и интернетом, но об этом мы не можем говорить, не говоря о данных. Эти темы все взаимосвязаны. Извините, пожалуйста, я слышу какое-то эхо. Это меня немножко ошарашило. Извините, пожалуйста. Йован, я думаю, вы включили микрофон, да? Нет звука. Sorry for technical issues. I'm sure our colleagues will restore it. Извините, пожалуйста. Я буду надеяться, что наша техническая поддержка нам скоро поможет. Хорошо, давайте сейчас мы перейдем к Юте. Юта Кроль расскажет нам об искусственном интеллекте и правах ребенка. Спасибо большое за возможность взять слово. Я хочу попросить
попросить вас, чтобы мы все вспомнили руководство по искусственному интеллекту у ЮНИСЕФ. Была опубликована версия 2.0, и я на связи с разными заинтересованными сторонами. Ведется исследование на тему влияния искусственного интеллекта на детей. И многие дети уже пользуются услугами, опирающимися на искусственный интеллект, даже не зная об этом. Так что ИИ является элементом повседневной жизни даже в случае детей. Они пользуются также услугами на основании и не зная об этом. Так что в данный момент у нас нет никакого исследования о том, каким образом алгоритмы и могут влиять на психическое и эмоциональное развитие ребенка, в частности, на ранних этапах жизни. ЮНИСЕФ, конечно, разработал некоторые руководства или предложения по руководствам, в частности, рекомендации. Я хочу подчеркнуть только некоторые из них, в частности, те, касающиеся противодействия дискриминации и справедливого доступа к интернет-пространству. В частности, прозрачность является очень важной. И возможность привлекать поставщиков к ответственности, если они пользуются механизмами ИИ. И следует помнить о том, что это именно взрослые несут ответственность за это. И они должны осознавать то, что искусственный интеллект может оказывать влияние на детей. В рекомендациях был заключен призыв к тому, чтобы поставщики такого рода услуг понимали, что их действия влияют на развитие детей. И вчера произошла встреча, в которой участвовал один из комиссаров Евросоюза, и там появились такие голоса, что вот интернет в настоящее время может стать не только местом, где дети учатся, не только библиотекой, но он становится просто современной игровой площадкой. Это означает, что интернет влияет на разные сферы нашей жизни, и мы должны подумать о том, как использовать механизмы искусственного интеллекта на таком широком поле. Благодарю за то, что вы подчеркнули вопрос воздействия на детей, и я думаю, что нам нужно также говорить о том шире. Будем помнить о том, что мы все оказываем влияние на то, как изменяется наш мир, но когда-то этот мир станет миром наших детей, поэтому столь важным является то, чтобы в наших решениях учитывать этот элемент будущих поколений. Теперь я бы хотела высказаться по поводу того, что сказал Винт, а потом Каролина, и после этого я попрошу участников дискуссии по-своему каждого подвести итоги нашим высказываниям так, чтобы мы могли сделать взаимосвязанные выводы. Спасибо. Во-первых, я хочу подчеркнуть то, что этика, конечно, очень важна, но это не касается только искусственного интеллекта, но обладает более широким аспектом программного обеспечения вообще, которое не всегда действует так, как оно проектировалось своим разработчикам. То же самое мы можем говорить об искусственном интеллекте и о машинном обучении. В работе этих программ всегда необходимо учитывать этические вопросы, но они касаются не только искусственного интеллекта, но также и машинного обучения. Поэтому я сильно опасаюсь, признаюсь, что ошибки в программном обеспечении могут привести к тому, что оно будет использоваться в неблагородных целях, например, хакерами, которые будут заниматься преступной деятельностью в интернете. Поэтому я считаю, что создатели программного обеспечения несут сильную этическую ответственность, чтобы обеспечить, чтобы механизмы искусственного интеллекта и машинного обучения не использовались в противоправных целях. Конечно, это очень сложный вопрос. Всегда могут появиться ошибки в программном обеспечении. Причем необходимо стремиться к тому, чтобы их было, возможно, мало, и чтобы мы могли бороться с последствиями этих проблем. Мы должны также дать ответ на вопрос, каким образом мы должны быть уверены в том, что данное программное обеспечение является безопасным. И тут цифровая подпись может быть таким решением, которое обеспечивает механизмы правильной проверки идентификации пользователя.
К примеру, спасибо, что также Каролина обратила внимание на этот важный момент. Это очень важные вопросы. Иногда действительно я немного волнуюсь в этом плане. Волнуюсь тем, что у нас довольно ограниченные ресурсы, если говорить о создании правовых решений. Вот, например, была у нас проблема, связанная с блокчейном 3-4 года назад. Теперь появляется проблема искусственного интеллекта. Довольно модный в настоящее время вопрос. А рамки Европейского Союза в концепции, они представляют собой довольно интересную революцию. Если говорить о новых правовых решениях, касающихся искусственного интеллекта. Этика же здесь представляет собой очень важный элемент. Итак, можно ли мне передать слово госпоже Натри, чтобы она высказалась по поводу искусственного интеллекта? Да, да. Я действительно работаю в переговорной группе Европейского парламента, и вместе с коллегами мы занимаемся созданием новых указаний, которые потом, по всей вероятности, будут перековываться в новые правовые решения. Я также являюсь членом одной из комиссий, которая вырабатывает новые законы по искусственному интеллекту. Я даже заместитель главы этой комиссии по вопросам подкомиссии по вопросам технологий искусственного интеллекта, следовало бы задуматься о том, на каком этапе мы находимся, если говорить о развитии искусственного интеллекта. Дело ли просто в машинном обучении? Конечно, нет. Мы обладаем доступом к различным видам правового урегулирования. Имеются в виду также и вопросы управления эмоциями и доверием наших граждан. Будем помнить о том, что это доверие может оказаться дефицитным товаром. Давайте посмотрим, что происходит в контексте вакцинации, медицинских знаний, доступных на рынке медицинских услуг. Значит, легче сказать, чем сделать, если говорить о создании урегулирования по управлению искусственным интеллектом. Иногда может появиться такой соблазн: вот искусственный интеллект, это такая игрушка, но безопасна ли она? Таким вопросом мы задаемся себя постоянно. Безопасны ли лифты, безопасно ли пройти определенную медицинскую процедуру? Ведь все это процессы в той или иной степени автоматизированы, следовательно, в той или иной степени базирующиеся на искусственном интеллекте. Я рада, что уже вскоре Европейский Союз более глубоко займется вопросом этики в контексте искусственного интеллекта. А будем помнить, что этика – это только один из аспектов. Появляется целый ряд очень практических вопросов, связанных с продуктами, доступными на рынке. Благодарю вас за это высказывание. Оно связано очень тесно с тем, что сказал Вент, когда он говорил о вопросах этики и об ответственности компаний, создающих программные обеспечения. Отсутствует звук из зала. Извиняюсь за технические проблемы, у нас повисла система. Мне кажется, что мы должны стараться вырабатывать соответствующие этические стандарты не только в контексте искусственного интеллекта, но в общем в контексте широких интернет-платформ или площадок. Вы вначале поставили вопрос, повторяю, вопросы, о которых говорили члены различных конфессий. С кем можно связываться по вопросам этики в контексте искусственного интеллекта? Винт, вы можете назвать подходящий номер телефона? Я вижу, что здесь вопрос задает Амир Макабери. Да, вопрос появился. Он был задан на чате, но пока
Сначала пусть Вент ответит, а потом займемся вопросом. Я постараюсь ответить и на его вопрос. Я не уверен, имею ли я дело с господином или с госпожой, но постараюсь ответить так или иначе. Конечно, могут появиться преступные действия в разных обстоятельствах, онлайн или офлайн. Сейчас и интернет может стать сценой таких действий. Даже на стороне международных организаций. Как мне кажется, что у нас технические проблемы. Кто-то, кажется, перехватил наш микрофон. Я вежливо прошу, чтобы переводчик на арабский язык выключил свой микрофон. Антонио Гутерреш, генеральный секретарь ООН, призвал шире сотрудничать в цифровом контексте, говоря об инициативе по цифровому сотрудничеству. Кажется, что эта новая инициатива может представлять собой отличную площадку как для построения доверия, так и для более тесного сотрудничества, например, между органами уголовного преследования, также на международном уровне. И так появляется целый ряд так часто задаваемых вопросов. Каким образом мы в состоянии обеспечить безопасность обмена информацией? Как защищать те данные, которые потом могут быть признаны ценными, например, информации, которые передаются в ходе судебного процесса? Спасибо, Вент, за эту информацию. Я знаю, что Google в контексте обеспечения безопасности данных очень хорошо справляется также в плане доступности простых решений, которыми могут пользоваться потребители. Если же говорить о простых решениях, то давайте постараемся сказать пару слов и о сложности системы искусственного интеллекта. А будем помнить, что генеральный секретарь ООН именно об этом обращался к нам, чтобы эта комплексность или сложность не привела нас к потере, так сказать, простоты этих решений. Я из своего опыта могу сказать, что очень редко меняю операторов, поставщиков услуг. Я разговаривал с моими друзьями, соседями о различных стандартах, например, в сетях мобильной связи. И оказалось, что если кто-то привык уже к одной сети, то довольно трудно ему прибегнуть к разумным аргументам, например, посоветоваться с соседом или другом, чтобы перейти в другую сеть. Я думаю, что тут голос берут также и эмоции. Отсюда эти проблемы. Прежде чем перейти к следующему раунду наших прений, я хотел бы вместе с вами задуматься о том, каковы могут быть выводы, сделанные из нашей сессии. Каково может быть то послание, с которым мы с вами будем прощаться? И тут я хотел бы перейти к чату, потому что на нем появилось несколько интересных вопросов. Вот, например, вопрос, который пришел с острова Мадагаскар. И тут коллега с Мадагаскара спрашивает нас о защите персональных данных и о том, каким образом лучше всего защититься от хакеров. И это вопрос, который задан Винту прямо с Мадагаскара. Появился вопрос еще госпожи Урсули Марцерич, которая хотела бы больше узнать о создаваемых в настоящее время системах, которые поддерживают решения по ВВП и по внедрению агенды до 2030 года. Тут появилась также и ссылка на один из документов, за которую мы благодарим Урсулю. Появилась и ссылка на указание ЮНИСЕФ, то есть вопрос защиты детей. Пишет нам на чате также Томас, что существует проблема с онлайн-доступом к переводам. Скажите мне, все ли в порядке, или, может, необходимо принять меры уже сейчас, или все уже налажено?
Так может, я только скажу, что, безусловно, наши коллеги из технической команды стараются уже решить технические вопросы. Мне кажется, что уже нет проблем, хотя я вижу, что Рамон пишет, чтобы мы продолжали нашу встречу. Я вижу, что уже появляется целая куча новых вопросов. Чан, у меня более общий вопрос. Я даже не буду вас просить сразу высказать свою позицию по поводу моего вопроса. Может быть, это просто будет вам стимул к размышлениям. Сначала я скажу, что я полностью согласна с Винтом, что необходима выработка глобальных стандартов и укрепление глобального сотрудничества. Я вижу, что ведутся переговоры по различным договорам, по соглашениям, также на региональном уровне. Будь это Европейский Союз, ну, будь это группа Г7, на лоне различных форумов обсуждаются одни и те же вопросы. Может быть, следовало бы задаться вопросом, где лежит сильнейшая компетенция, где главная власть, то есть какая власть является компетентной для регулирования работы этого типа учреждений. Спасибо. Мне кажется, Винт хочет отвечать. Я тогда предоставляю вам слово. Отсутствует звук из зала. Мы, конечно, стараемся осуществлять надзор за работой различных учреждений. Многократно мы обращались уже о том, чтобы делиться сообщениями разных форумов, но вы правы. Существует целая масса различных групп, обсуждающих одни и те же проблемы, и в конечном итоге на практике мы сможем лучше всего проверить, как определенные решения на практике порекомендуют себя. Спасибо. Значит, появляется новая динамика также в плане киберпреступности. И кажется, что то, что было нашей повседневностью 4 или 5 лет назад, уже вообще не напоминает нашей сегодняшней действительности. Мы помним разговоры в Дубае, потом в Мельбурне в 88 году, когда было принято соглашение по борьбе с киберпреступностью, но будем помнить и о том, что произошло в момент вспышки пандемии. И то, что сейчас практически стандартом стало общение посредством Zoom и данные о таких чувствительных сферах, как здоровье граждан, плывут по всему интернету. Мы об этом говорили в Женеве, о том, как ускоряет темпы обмен данными. И вопрос прибыл от одного из наших коллег из Бангладеш, там конференц-хаб, и я думаю, что этот вопрос мы сможем услышать. Действительно, у нас есть возможность удаленно соединиться с хабом в Даке. Можете повторить вопрос? Мы его не полностью услышали. Вопрос из удаленного хаба в Даке. Каким образом искусственный интеллект может поспособствовать развитию сельской территории в развивающихся странах? Превосходный вопрос. Я сейчас передам слово участникам нашей дискуссии. Может быть, Нигат, которая представляет
Азиатский регион сможет высказать по поводу этого вопроса. Но прежде чем предоставить слово коллеге из Пакистана, я хочу обратить внимание на то, как сильно в нас бьет ежедневность интернет-встреч. Часть из вас приехали в город Катовице, участвуют в этой встрече лайв, но не могут задавать вопросы, потому что эти возможности предоставлены только хабам и участникам онлайн. Итак, вопрос Виктория. Каким образом мы можем обеспечить равенство участников встреч онлайн и гибридных? Итак, вопрос задается Виктории, Викторию, а потом я попрошу ответ на вопрос из Бангладеш. Здравствуйте. Я должен говорить в микрофон, который встроен в мой компьютер. Мой вопрос касался интероперабельности, о которой мы очень много уже говорили, и я очень рад, что во всем мире, но в частности в Европейском Союзе, появляется все больше примеров регулирования именно и стандартов в этой области. Но вот проблема, с которой мы должны справляться, это то, что правительства некоторых стран, а также большие компании, Big Tech, стараются пойти вокруг этих положений законодательства, чтобы охранить себя от отрицательного влияния этого регулирования на их повседневную работу. И в этом контексте надо, конечно, также рассматривать именно эту совместимость, интероперационность. И я думаю, что это очень важный вопрос. Думаю, Вин захочет об этом говорить. Когда, Вин, вы слышите такой вопрос, в частности, когда вы слышите, например, от коллеги из Бангладеша, что вот там проблема с доступом в интернет, как с этим справиться? Отвечает Негодат. Я также хотела бы высказаться на тему этики и того, каким образом в контексте искусственного интеллекта мы можем соблюдать такие принципы. Я думаю, что мы не делаем достаточно много в этом плане, и мы должны подумать о том, как вот эти гигантские технологические компании будут соблюдать эти принципы, сможем ли мы вообще об этом позаботиться, сможем ли мы обеспечить разнообразие. Вот если кто-то сидит в Кремниевой долине, смотрит ли он на вопросы этики так же, как человек из Пакистана или кто-то, живущий в Бангладеш, обеспечиваем ли мы разнообразие и равные возможности? Возможно, мы должны именно на этом и сосредоточиться, то есть на равных возможностях, на создании равных решений, равноправных решений для всех заинтересованных лиц. Вы говорили о равноправии и равных правах в контексте доступа в интернет. И в Пакистане, и в Индии, и в Бангладеше женщины находятся на обочине общества, и мы должны обратить внимание на то, что у женщин нет возможности пользоваться интернетом, потому что вот нет доступа к интернету на местных языках. Женщины также сталкиваются с риском изнасилования, насилия. Это повседневные проблемы некоторых местных сообществ в моей части мира. Я не знаю, как выглядит ситуация конкретно в Бангладеше, но вот с точки зрения
Пакистана и жителя Пакистана, я хочу сказать, что мы стараемся строить такую перспективу и такое пространство, где мы сможем разговаривать об искусственном интеллекте и о возможностях. Я вроде бы присутствую на цифровом саммите здесь, в Польше, но я отнюдь не считаю, что у меня есть возможность обсуждать все интересующие меня темы. Например, отсутствие равных прав в контексте доступа в интернет, доступа к цифровому контенту, обсуждать вопрос цензуры в интернете. Это меня очень интересует. А вот то, что я появляюсь на цифровом саммите в Катовице, это ничего не решает. Мы должны подходить к этой теме шире. Я думаю, что перед нами очень много еще работы и усилий, и часто мы не в состоянии как-то дать понять, чтобы другим, что наша точка зрения должна учитываться, и что мы должны обеспечить всем странам доступ в интернет, в частности, странам развивающимся. Прекрасное замечание. И это, я думаю, суть этой дискуссии, в частности, дискуссии об искусственном интеллекте и дискуссии об этических вопросах. Эта дискуссия ведется также и в Ватикане. Эти вопросы затрагиваются уже многие годы, в частности, вопросы доступа в интернет, в частности, вопросы насилия над женщинами. И я думаю, что мы должны здесь вот задуматься об этом еще раз, еще ближе присмотреться к этому, к этим вопросам. Спасибо, что вы упомянули эти проблемы. И вот появляется вот такая вечная тема. И вы, и Виктория сказали о том, что важны стандарты. Как стандарты могут нам помочь в продвижении и возможности эффективного взаимодействия? Смогут ли стандарты помочь нам справляться с технологиями искусственного интеллекта? Потому что есть кое-что, что может нам помочь регулировать действительность, но не все подвергается регулированию. Возможно, нам нужны определенные стандарты, которые могли бы нам помочь разрешить вот эти новые появляющиеся проблемы. Так что хочу попросить кого-то из участников нашей панельной дискуссии к тому, что сказал Викторио. То есть Викторио сказал, как перейти от слов к действительной оперативной совместимости. Как на это смотрят правительства разных стран? Как на это смотрят технологические компании? Каролина, вы не очень много сказали. Вы очень хорошо начали, а потом замолчали. Каролина, возможно, вы хотите прокомментировать стандарты искусственного интеллекта, а потом мы еще попросим других участников взять слово. Да, Виктория сказал о том, что является весьма важным. Это, я думаю, суть наших дискуссий на тему оперативной совместимости. И существуют, конечно, примеры передовой практики, которые мы можем с вами разрабатывать и внедрять, но стоит помнить о том, что есть и другие инициативы, которые очень часто хорошо справляются, хорошо работают в отношении формирования интернета, цифрового пространства, как оперативно совместимого пространства. Предлагаются разные решения разными организациями, в частности, организации такие, которые представляют WindSurf. Есть примеры того, что это действительно может сработать. Вчера я присутствовала на презентации отчета о факторах, которые технически обуславливают качественный интернет. Я думаю, что интернет работает хорошо, в то время как
обеспечение оперативной совместимости является очень важным. Об этом говорил именно Виктория. То есть мы должны действительно учесть разные элементы, в частности, вопросы инфраструктуры, вопросы данных. Данных, которые действительно имеют большое влияние, оказывают большое влияние на то, как используются механизмы искусственного интеллекта. Что касается управления, оперативная совместимость – это большой вызов, большая трудность. Конечно, мы хотим позаботиться о безопасности данных, и, конечно, мы хотим, чтобы наши системы управления данными были совместимыми в разных платформах. Но давайте помнить о том, что здесь говорится об обработке данных пользователя. Мы должны быть весьма осторожными и бдительными. Мы должны думать о том, как к этому подойти. Мы должны работать сверху вниз и снизу вверх. Работать на местах с местными сообществами, и не только на севере, на глобальном севере, но и с развитыми, с развивающимися странами. Спасибо большое, Каролина. Давайте посмотрим в чат, что там творится, что там происходит, есть, появляются ли какие-либо вопросы. Потом уже будем уже подводить итоги нашей дискуссии. Рейс Чанчин задавал вопрос на тему роли ООН. Конечно, Организация Объединенных Наций, она состоит из многих агентств, каждая из которых имеет свою роль. В данный момент очень много чего происходит в цифровом пространстве, в частности, доступ к медицинским услугам, торговля и так далее. И к этому в рамках ООН мы должны подойти соответствующим образом. В рамках цифрового саммита, такого как IGF, мы это и делаем. Тут появился вопрос о том, как на это смотрит генеральный секретарь ООН, в частности, в контексте предлагаемой программы IGF+. Вопрос о том, каковы перспективы этой программы. И у нас есть комментарии Джута Кроу. Согласно с Нигат, она говорила о группах, находящихся в особо трудной ситуации. Большинство из участников соглашаются с Нигат. Мы слушали Криса, говорящего о роли саммита IGF в контексте кибербезопасности, киберпреступности и о чем мы должны действительно задуматься больше в рамках нашей дискуссии. Каролина также комментировала важные вопросы цифрового мира. Защита прав человека, обмен информацией. И есть еще кто-то, кто хотел бы сделать комментарий. У нас осталось всего лишь 5 минут для того, чтобы завершить нашу сессию. Я не знаю, что происходит в зале в Катовице. Я думаю, что с нами есть слушатели, они по-прежнему в зале, они остаются с нами до конца. Амир в чате спрашивает Винта. И это вопрос, который касается проблем, связанных с преступностью в интернете и кибератак. Это вопрос, который можно разрешить путем обеспечения должной технической инфраструктуры, например, по принципу safety by design или security by design. То есть это очень важно с точки зрения кибербезопасности. Я скоро перешлю ссылку на отчет, недавно опубликованный отчет, именно посвященный этому вопросу. Во время нашей дискуссии мы также упоминали технологии блокчейн, и мы должны ответить на вопрос, куда нас поведут такие технологии. Технологии, опирающиеся на принцип safety by design.
Примером может послужить так называемая мутная сторона интернета, Dark Web, сеть Tor. В этих пространствах очень часто развивается преступная деятельность. То есть мы должны позаботиться о безопасности на уровне разработки некоторых решений, которые будут использоваться в цифровом мире. Так что давайте подведем итоги, начнем с представителя Европарламента, госпожа депутат. Возможно, вы хотите предложить общие выводы или общее резюмирование этих вопросов, которые мы запомним после этой сессии. Спасибо большое. Я вот прислушиваюсь очень внимательно этой дискуссии. Я думаю, что это одна из лучших дискуссий в рамках IGF, хотя лично я не могу присутствовать на месте. К сожалению, не помню все имена, фамилии всех тех, кто задавал вопросы, но я помню, что тут очень важный был вопрос о том, как искусственный интеллект может помогать развитию сельских местностей и как искусственный интеллект может помочь в контексте таких программ, как наша общая повестка дня или дорожная карта по цифровому сотрудничеству. То есть тут очень много чего происходит, и мы должны также помнить о том, что решения ИИ могут нам помочь разрешать разные проблемы. Например, кризис в сельском хозяйстве, кризис, связанный с изменениями климата, и организации, такие как Международный союз электросвязи, ЮНЕСКО, также могут участвовать в этой работе. Спасибо, что мы подчеркнули эти вопросы. К слову о том, что сказал Викторио, я именно это старалась подчеркнуть в моем выступлении. Я имею в виду, что мы должны помнить о том, что оперативная совместимость является ключевым фактором. Мы должны о ней заботиться. Спасибо, госпожа из Пакистана, за то, что вы прокомментировали вопрос разнообразия интернет-инфраструктуры. Это то, что не всегда достижимо путем правового регулирования, потому что это должно быть инициативой частных поставщиков инфраструктуры. Но я думаю, что мы должны стараться создавать должные условия для функционирования этой сферы. И Европейский парламент в понедельник будет на пленарном заседании именно об этом говорить. Мы будем говорить об инфраструктуре, но также и насилии над женщинами. Так что мы должны говорить в один голос. Что касается социальных сетей, очень важным критерием является то, как часто эти платформы используются. И в частности, это платформы, которые используются очень часто. И поставщики таких услуг также должны с нами сотрудничать при разработке новых стандартов и законов. Что касается социальной ответственности компании, это должно касаться не только всеобщих вопросов, таких как климат, но и ответственное использование данных. Мы не всегда об этом говорим, или иногда это не так уж важно для всех, как изменение климата. Но давайте помнить о том, что изменение климата вызвано выбросами углеродного газа и углеводного газа, но это также связано с использованием электроэнергии и данных. Хорошо, спасибо большое. Я хочу задать следующий вопрос. В какой момент у нас появится такая ситуация, чтобы мы смогли обеспечить возможность переноса данных и возможность изменения сети, как это имеет место в случае мобильных телефонов? Будет ли вообще когда-нибудь такая ситуация, чтобы пользователь мог полностью бесперебойно переключаться между разными платформами? Я думаю, что вот краткий ответ будет соответственным. И он таков, что сейчас уже ведутся
по этой части вопросы, и он учтен уже в новом законе, регламенте об управлении данными, и все это нацелено на то, чтобы обеспечить полную интероперабельность данных, о чем вы и упоминали, так что пока это еще у нас в сфере планов, но кое-что уже происходит по этой части, и в будущем сможем увидеть конкретные результаты этих работ. Спасибо. Я бы хотел еще добавить вопрос, касающийся стандартов. Думаю, что такие стандарты могли бы тоже ускорить ход этих работ. Винт. На протяжении последних 20 минут вас почему-то не очень слышно, поэтому я хотел бы попросить вас представить ваши выводы в завершении этой дискуссии. Это очень важно, потому что это очень широкомасштабная дискуссия. Но то, что особенно бросается в глаза мне, это то, что в нашей дискуссии нам необходимо быть весьма скромными и высказываться очень осторожно, потому что сталкиваемся тут со средой, которая обладает огромной сложностью. Вот такие вопросы, как security by design, это хорошие подходы, однако сложно их добиться, потому что будем помнить о том, что интернет — это очень сложная среда, в которой действуют миллиарды различных пользователей, разные программные обеспечения. И тут взаимодействие принимает очень широкие масштабы, и очень трудно предвидеть все возможные формы взаимодействия, которые будут присутствовать в интернете. Поэтому от нас требуется скромность в связи с тем, что контролировать эти процессы очень сложно, что не обозначает отнюдь, что мы не должны пытаться контролировать эти процессы. И будем помнить и о том, что поставщики интернет-услуг обрабатывают огромное количество контента, и проблемы с этим связаны, это употребление модели машинного обучения. Так, есть определенные технологии, которые уже существуют, но которые требуют возможности обрабатывать огромные объемы данных, и некоторым вещам придется просто обучиться и подходить к ним очень осторожно. В завершение я бы хотел отметить, что нам необходимы принципы, регламенты, но они должны срабатывать. Необходимо создавать их правильно, так, чтобы можно было их действительно применять на практике. Иногда это может оказаться безуспешным при первой попытке, при второй, но из наших ошибок мы должны делать правильные выводы, по дороге учиться так, чтобы это урегулирование становилось все лучше. Мы не можем сразу предполагать, что все решим при первой попытке. Нам предстоит учиться. Я с большим вниманием буду присматриваться работам по созданию безопасного для всех интернета. Спасибо, Винт. Думаю, что это лучшее из всех возможных, как можно подвести итоги нашей дискуссии. Я думаю, что остальные участники дискуссии тоже со мной согласятся, потому что, может, действительно, призывом к некоторой скромности, покорности, мы бы и завершили наши рассуждения. Мне кажется, что это очень хороший подход к инновационности, то есть с покорностью и знаниями. А тех из вас, кто физически с нами в Катовице, тем из вас, кто с нами физически в Катовице, я хочу сказать, что стоит посетить комбинат Нова Хута, Новая Гута. Это недалеко отсюда. Это тот район города Кракова, в 60 километрах от Кракова, где первые свои шаги как священника ставил будущий Папа Римский Иоанн Павел II. Я на прощание показал вам еще вид из окна моего гостиничного номера. Благодарю всех за дискуссию. Я очень многому научился, в частности, на своих собственных ошибках. Я еще помню мою фупа по отношению к НИГАТ. Было приятно, иногда забавно. Я очень рад, что мы могли побеседовать и с присутствующей в интернет-пространстве публикой. Благодарю всех за внимание. И мы благодарим Йоган. До встречи всем
благодарим также присутствующих в зале и просим принять наши извинения за технические проблемы. Мы благодарны за ваше присутствие и за то, что вы с нами общаетесь также на чатах. Можно нам писать с соответствующим аштагом. Еще сердечные благодарности техникам. Благодарим за поддержку. El apoyo que nos han prestado en esta sesión.